15 добраахвотных пожарных команд дзейнічае у Магілёўскай вобласці. Яны створаны пры сельскагаспадарчых прадпрыемствах. За апошнія два гады ў Магілёўскай вобласці добраахвотнікі выратавалі ад знішчэння 11 будынкаў. Такія каманды таксама ўваходзяць у расклад выездаў падраздзяленняў выратавальнікаў і пры неабходнасці могуць прыняць удзел у тушэнні пажару. Добраахвотная пожарная дружина з'явилась у господарца «Авангард» на початку года. У яе вошли 6 человек, работников сельхозпредприемства. Дружинникам выдали спецодение, необходное обсталевание. Я не ведаю, что 2,5 тонн воды их пожарной машине хопить на 4 минуты тушения огню. Приезжали представители общества пожарного общества, они проводили инструктажи. Также на данном автомобиле водителя и членов добровольной дружины проводили обучение, как правильно пользоваться рукавами, соединителями, трансбоем, как заправлять, как лучше подъехать к очагу. Вот оно включилось сцепление, это газ, открываются задвижки и подается на ствол вода. Ствол, пожарный рукав, огнетушитель, также вспомогательные рукава. Падчас жніва справа добраахвотнікаў суправаджаць камбайны ў полі і ў выпадку надзвычайнай сітуацыі аказаць дапамогу. Техніка дарагая, згарыць жалка, денег много стоит. Хацелось, чтобы не гарэла нічого. А если пажар случится, тушыць пойдете? Легко. І пасля завяршэння жніва дружыннікі працягнуць несці службу. Мы хотели бы, конечно, чтобы данная добровольная пожарная команда несли круглосуточное дежурство. Мы бы хотели бы, чтобы максимально приблизить вот эти вот добровольные пожарные команды к тушению. Они находятся значительно ближе, они знают все пути подъезда, они знают водоснабжение. Приклады есть. За последние два года добраахвотные пожарные команды Могилевской области 22 раза выезжали на пожары. Летось, коли горел торфяник, дружина «Авангарда» так само допомагала пожарным, подвозила воду до места здарения. Алина Соловьева, Денис Бутылин, «Новини регион».